Всем привет, с вами Тесси Макси, мы продолжаем проходить в Майнкрафт на версии 1.20.4. Это у нас вишневое прохождение. В прошлой серии мы с вами остановились на том, как продолжили строиться в Незере. Да, здесь мы, получается, еще расширили сундук, теперь у нас. Он у нас в шире, я хотел сказать. В общем-то, и сейчас мы, получается, скорее всего, продолжим делать то, что мы делали изначально. Сейчас получается здесь, так, черная шерсть. Вот это вот мы все убираем и оставляем только самое полезное. Ну, вообще, как бы можно еще броню снять. Не знаю. Да, вот так вот все делаем. Хорошо. Да. Мы пока что идем в Незер просто для того, чтобы строиться, поэтому мы не будем рисковать, а будем пока что ставить каменные полуплиты. Да. Вернее, полублоки. Или же просто плиты. Сейчас, получается, мы забираемся по вот этой вот лестнице. Хорошо. Все, отлично. Сейчас мы заберемся. Так. У нас пока что все ужасно прогружается, но это со временем должно пройти. Окей, хорошо. Окей, получается, здесь мы должны с вами забраться все выше и выше. Да. Главное это делать аккуратно, особенно если учесть тот факт, что у нас сейчас это не очень хорошо с Майнкрафтом. Так, сейчас, скорее всего, это я буду убирать очень долго. Ладно, давайте сейчас уже точно сломать. Все, вот здесь, получается, тоже ломаем. Ура, сейчас это все сломается очень хорошо, очень прекрасно. Сейчас, получается, вот это все ломаем. Отлично. Получается, сейчас мы... Так, это просто этот. А, не, погоди, лучше золотые ботинки все-таки одеть, потому что есть пиглины с арбалетами. Да. Ладно, давайте тогда сейчас спустимся вниз. Я мог, конечно, это просто поставить фреймпорт порталом. Ну ладно, обойдемся как-нибудь без этого. Сейчас, получается, берем и заходим вот сюда. Все. Главное, чтобы все у нас было хорошо. Давайте пока что сюда зайдем. Все, окей. Пока что у нас здесь все прогружается. Нужно немножко подождать. Все, давайте возьмем с собой золотые ботинки. Как раз таки хотя бы насколько-то там защищают. Так, мы еще можем взять свою каменную кирку. И все. На этом, скорее всего. Окей, получается, сейчас мы телепортируемся наверх. И сейчас, получается, обратно поднимаемся. Ага, хорошо. Получается, здесь мы берем. И вот сюда вот. Отлично. Поднялись без происшествий пока что. Сейчас, получается, вот здесь и вот здесь. Ага, вот. Так, здесь у нас зомби этот. Так, здесь у нас пока что вроде ничего нет. Здесь у нас, получается, мы будем продвигаться все дальше и дальше. Ладно, окей. Можно было на самом деле побольше вот этих вот каменных кирок с собой взять, но я, наверное, лучше не буду. Окей, вот здесь у нас полные блоки создались, да? Да, здесь у нас создались полные блоки по нашей с вами неаккуратности. Ну или логичнее сказать по моей. Ладно, сейчас получается мы вот здесь вот будем дальше продолжать строиться. Окей, получается главное не отдрать shift. Ладно, сейчас вот здесь получается делаем вот таким вот образом. Давайте лучше знаете, как сделать. Сейчас я зайду, скорее всего, в настройки. Вот здесь, получается, музыка и звуки, настройки, графики. Так, что я хотел? Ну, скорее всего, просто... Так, здесь должно быть управление. Да, вот все, управление нашел. Пик удерживания. Получается, автопружок. Краста. Давайте перейдем... Давайте на... С переключением пусть будет, потому что так, мне кажется, будет удобнее на несколько раз.
все хорошо. Получается, пока что строимся без происшествий. Без происшествий. Окей, берем. Получается, здесь у нас все. Так, нет, пока что мы ничего не отжимаем. Да, хорошо. Так, как-то нужно вот сюда. Да, не очень хорошо получается. Ну ладно, сейчас получается... Окей, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И вот сюда. Хорошо. Окей, получается, идем вот сюда вот. Не, мне кажется, все-таки с этим, как его, все-таки с этим зажимом все-таки лучше удерживание поставить, потому что так привычно и не страшно делать. Такое ощущение, как будто я не зажатым шифтом сейчас упаду, блин. Ладно, сейчас получается вот здесь. Берем, делаем вот таким вот образом. Все хорошо. Окей, получается, ставимся все дальше и дальше. Хорошо. Отличненько. Да, пока что строимся очень далеко в ту сторону. Ага. Так, здесь у нас уже начали блоки спавниться. Это не есть хорошо. Мы можем сделать вот так. Все хорошо. Отличненько. Можно как-нибудь спуститься, но я даже не представляю, как. Ладно, давайте пока что просто будем ставиться в эту сторону. Ага. Да, я здесь пока что ничего не вижу. Это, конечно, плохо, но ладно. Так уж быть пока что. Вот до туда можно куда-то доставиться. Давайте как-нибудь вот так вот. Все хорошо. Вот там у нас получается еще находится вот это вот. Мы можем, в принципе, на зрак порубить. И как-нибудь дойти. Да. Мы его можем каким-нибудь образом переплавить в кирпичи, но пока что мы, я так понимаю, это не можем делать так. Вот. Отлично. Там есть светокаменная пыль, ее можно подобывать. Окей, все. Отличненько. У нас здесь получается есть. Сколько? Ну, я на самом деле не знаю. Ладно, как лучше это все добывать? Я, если честно, пока что не придумал. Давайте нарубим еще побольше назарака. Все, хорошо, отлично. 5. Окей. Получается, вот здесь вот мы все делаем вот так. Окей. Получается, здесь пыль добываем, здесь. Здесь пыль добываем, здесь, здесь. Ага, ага. Окей, получается, здесь добываем, здесь и вот здесь. Да, правда, последний вниз. Окей, сейчас вот здесь вот мы будем добывать дальше назрак. Вот это получается, да, с киркой и без кирки оно ломается одинаково, поэтому лучше не тратить лишний раз кирку. Хорошо, что я это понял. Разумеется. Так. Окей. Дальше я уже не смогу вот это вот добыть. Я, конечно, могу туда телепортироваться, но не знаю, хорошая ли эта идея или нет. Вот здесь, получается, скорее всего, делаем вот таким вот образом. Ага. Вот как-нибудь так можно поставить. И попытаться... Нет, не получится. Я опять истратил кирку, когда я мог ее не тратить, но ладно. Сейчас, скорее всего, возьмем и пытаюсь бежать сейчас. Окей, здесь где-то есть... Так, ну здесь все зачеркнуто. Это такой баг, к сожалению, есть. Так, это портал в верхнем мире или в нижнем? Да, это в нижнем мире, отлично. Да. Вот здесь вот мы как раз-таки можем... Что? Вот здесь вот заставиться. Да, вроде как заставляюсь.
Нет, что-то как-то не получается. Ну ладно, в любом случае все равно. Так, здесь вот нам нужно быстрее на самом деле прийти домой. Пожалуйста, быстрее. Отлично, все хорошо. Получается, ложимся спать. Да. Окей, хорошо, что у нас там наверху есть очень много кирок. На втором этаже. Можно как раз таки их использовать. Окей, отлично. Получается, там мы немного построились. Давайте, получается, смотреть ферму. Так, здесь у нас ферма. Да, скорее всего, здесь приходится покашить. Да, здесь придется покашить, потому что здесь не разрослось. Ладно, скорее всего, можно это сделать прямо после видео. Вот здесь где-нибудь постоять, сделать такую конструкцию. Не обязательно из назрака. Можно здесь булыжник добыть. Все отлично. В общем-то, вот здесь вот у нас, получается, идем вот сюда. И вот сюда. Окей, получается, давайте добудем, наверное, зелень. А, подожди. Этот камень я булыжник не смогу брать. Ну, конечно, смогу, но нет. Окей, вот здесь, получается, берем и делаем вот так. Все хорошо, земля у нас здесь вставлена. И да, отлично. У меня есть все, чтобы здесь начать выкашивать. Это прекрасно, чудесно. Здесь пока что мы ничего делать не будем. Окей. Да, посмотрели. Ну, когда я рядом нахожусь, здесь уже все растет. Это отлично, да. Скорее всего, это все придется куда-то переставить. Да. Мы обязательно, надеюсь, над этим поработаем. И да. Кстати, мы же можем это... сейчас, идите. Здесь вот можно в тех местах, там, где это верхний мир, получается, сделать зеленым, а там, где нижний мир, красный. Да, в принципе, хорошая идея. Сейчас нужно только этот телепорт, вот портал. Так, почему-то здесь написано 32 метра. Ну, это, скорее всего, в аду 32 метра. Нужно пройти. Окей, получается, сейчас мы изменим. Вот здесь вот поменяем на красный, сохранить. Портал, все остальное мы, естественно, заменяем на зеленый. RGB 4254 4254 1. Окей, 4254 1. Окей. Сейчас нет, нужно именно все стирать. Ага, 4 25 4. И здесь у нас получается единица, да? Отлично. Сохранить. Да, у нас все будет, естественно, одного света. Цвета. Вот здесь, по-моему, да. Так, нет, здесь какой-то другой цвет. Ладно, в принципе, это тоже можно поменять. Да, 254 здесь тоже стоит. Окей, получается, сюда ставим 4, тут 1, и получается, сохраняем. Окей, да, но у нас все уже постепенно начинает приобретать зеленый цвет. Вот здесь вот тоже поменяем на 4. Окей, вот здесь получается тоже 254 и 1. Так, все хорошо, отлично. Окей, хорошо, получается, здесь мы... так, это я поменял, хорошо. Получается, вот это вот тоже все мы заменяем, хорошо? Отлично. Можно, конечно, это как-то быстро сделать, но я либо не знаю, либо быстро вообще нельзя сделать. Ладно, в любом случае не важно, я все равно уже начал быстро делать. Все хорошо. Окей, получается, здесь делаем вот так. Сохранить. Так. Хорошо, что я это правую кнопку мыши нажал. Вернее, не левый. Сейчас получается здесь, сюда. 2, 5, 4. Окей, я, наверное, этим все-таки займусь за кадром. Все-таки.
Окей, ой, я что-то как-то не туда зашел, извиняюсь. Не те кнопки нажал, я случайно нажал на Alt плюс Tab. Ладно, ничего страшного, сейчас проверим. Просто я что-то как-то давно не заходил. Действительно, у меня здесь куча кирок и топоров. Так, здесь деревянная кирка. Нет, скорее всего, там забрал. Ладно, в любом случае, сейчас это не важно. Так, там тростник еще не вырос, но, в принципе, это тоже не важно. И да, кстати, сейчас давайте возьмем новую деревянную кирку, вернее, каменную. И получается, здесь все начинаем заменять. Берем, получается, делаем. Ага. Давай. Все, отлично. Получается. Ага, хорошо. Да, надо в спектакле посмотреть, какие зоны нужно заменить. Хотя я сам уже знаю, какие именно нужно заменить, но лучше действительно посмотреть сейчас. Вот здесь. Хорошо, так, там вроде бы все уже заменено. Вот здесь нам еще копать и копать. Хотя, в принципе, у нас там снаружи уже есть какой-никакой булыжник, да. Но только, скорее, судя по всему, 9. Ладно, в любом случае, сейчас мы больше добудем. Окей, хорошо. Вот здесь, получается, тоже добываем кучу, целую кучу булыжника. Окей, все хорошо. Получается, там мы берем и все заменяем. Окей, а сейчас погодите-ка. Вот здесь получается режим наблюдателя. Вот здесь заменил, получается там тоже надо заменять. Окей, хорошо. Получается там мы это все заменим. Заменим, заменим, заменим. Режим выживания. Так, давайте это сделаем так. Творческий режим, режим выживания. Ага, все хорошо. Окей, получается сейчас мы берем и, скорее всего, вроде бы столько хватит, но я, пожалуй, добуду побольше. Все хорошо, получается, вот здесь вот все дальше добываем. Ага. Хорошо. И получается, здесь тоже добываем. Нет, не 13. Вот, все отлично. Мой возраст. 15, 16. Такое количество опыта у меня сейчас находится. Не находится, а есть. Окей. Получается, там мы все обязательно заменим. Блин, я не это хотел сделать. Сейчас. Ага. Так, окей. Сейчас мы, скорее всего, возьмем. Сделаем вот так. И вот так. Не сейчас. Берем ведро. Берем ведро и получается портал. Портал, портал, портал. Лавовое озеро. Здесь пока что никого нет, в принципе. Я это не прогружал, если честно. Сейчас мы телепортируемся обратно домой. Окей, и каждый раз мы будем, получается, по новой заливать. Окей, хорошо. Там мы уже все залили. Ладно. Окей, не знаю, сколько именно еще осталось. Так. Угу, хорошо. В общем-то, да, в принципе, у нас еще есть время побольше вот этого всего сделать. Лавовое озеро обратно. Да, хорошо. Да, восполняем, восполняем, восполняем. Обратно домой телепортируемся. Сюда заходим, в этот каменное, это тоже заходим. И получается как-то так. Последнюю мы вот это заливаем. Получается, там скорее уже все есть. Хотя нет, лучше вот так все-таки поставить. Ага, хорошо. Ой, что-то как-то слишком сильно опустился.
Так не надо, потому что это X-Ray, а я читерить не хочу. Поэтому нужно быть поаккуратнее с режимом наблюдателя, если я хочу что-то там проверить. Ладно, окей. А режим выживания обратно включайся. И сейчас вот сюда зайдем. Вот сюда зайдем. Отлично, все получилось. Ладно, на этом я, наверное, скорее всего, буду заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не упускать новые видео. Ну а с вами был Тестинг. Всем пока!